Глеб, конечно же, с победой. Ну и для начала хотелось бы комментарий по этому матчу услышать. Мы были одной командой, старались, бились, и вот принесло положительный результат. Свою заброшенную шайбу как прокомментируешь? Так, с разворота попал удачно. Да, сначала удачно вывели шайбу из зоны, потом отдал пас на дальнюю майору. Вот удачно отскочило. Удачное стечение обстоятельств. Твое празднование, что это было? Что изображал? А это рефлекс уже, не знаю. Второй матч подряд, команда играет на ноль. Вот насколько это важно было сегодня сделать? Мы выходим и играем одной командой. Ложимся под шайбы, стараемся сохранить свои ворота неприкосновенность, а свои голы мы забиваем. Следующий матч у Салавата с московским «Динамо», воспитанником которого ты являешься. Будет ли эта игра принципиальной для тебя? Будешь к ней особенно готовиться? Конечно, я там долгое время своей карьеры провел, а готовиться буду так же, как ко всем играм. Ничего особенного.